Доброго времени суток всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Творит добро» Наталья. Сегодня у нас очередной выпуск о наших с вами спасенных собаках, которые ждут нашей финансовой помощи и которые находятся на передержке в Калужской области у Вадима и Натальи. В данном ролике вы увидите Филю, всеми полюбившегося, Шарика, Венечку, Ярика, Милу и Клёпу. 6 собак находятся на платной передержке. 6 спасенных нами с вами жизней. Эти собаки особенные. Они живут не хуже, поверьте мне, чем здоровые собаки. Только мы с вами дали им этот шанс заново почувствовать себя полноценными, любимыми. И они радуются второй жизни, второму своему шансу, который мы с вами им подарили. Моя такая большая дружная семья. Мы спасли. Хорошо, мы спасли, мы вложили очень много финансовых средств в спасение этих хвостиков. Я всегда говорю вам огромное-огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Но наступает очередная оплата наших 6 собак. Раньше были это только Фили и Шарик, сейчас их 6. 6 душ, которых мне некуда забрать, к сожалению. Еще раз повторяю, может быть, кто-то с нами недавно. У меня в приюте нету, ну, такого для них домика, чтобы они жили со мной. Эти собаки нуждаются в уходе, за что спасибо Наталье и Вадиму. Это замечательнейшие люди. Но и также собаки не могут находиться без кураторства. Может кто-нибудь, если бы каждый взяли по одной собачке на свое кураторство, я была бы очень счастлива. Потому что ежемесячно за 6 собак мне сейчас придется, нам придется собирать немаленькую сумму. В прошлом месяце я, как уже говорила, я собрала всего 17 тысяч. То есть это в 3, скажем так, раза меньше, чем нам надо оплачивать передержку этих 6 собак. Не знаю, что будет в этом месяце. 2 месяца мы живем на выживание, но опять благодаря вам, когда я к вам обращаюсь, спасибо большое, что вы хоть как-то реагируете, помогаете. Только благодаря вам мы выживаем. 2 месяца мы реально выживаем. Надеюсь, что к осени все вернется на круги своя. Люди отдохнут с новыми силами, будут нам помогать. А мы, как и прежде, будем спасать. Спасать их. Никому не нужных в этой жизни. Увы и ах, к сожалению, мы живем в таком государстве. Я очень всегда хорошо помню слова Толстого. Государство, которое будет плохо относиться к животным, всегда будет нищим и преступным. К сожалению, он зрел в корень. Это происходит и так на самом деле. Да, в России очень страдают бездомные животные. По всей России практически. Есть несколько городов примеров. Это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, которые успешно ввели программу стерилизации бесплатной. И у них работают приюты. Это очень хорошо. У нас вы видите, что происходит. Но, к сожалению, в этом городе я борюсь одна. С беззаконием, с безвластью. Но один в поле не воин. Поэтому, насколько возможно, спасаю уже. На грани, наверное, человеческих выживаний. Сами видите, постоянные поездки, клиники. Но я живу этим. Я безумно люблю животных, и я очень холодно отношусь к людям. Конечно, не ко всем, а именно к нелюдям, которые, в принципе, я говорю, была бы моя воля, я бы переселила всех недочеловеков на планету Марс, чтобы на Земле осталось добро, уважение,
правда, честность, искренность, чтобы на планете Земля жили только добрые, искренние люди. Моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Без нас, вам, нам, без вас, нам не справиться. Я очень прошу, комментируйте, репостните ролик. Пусть как можно больше людей узнают о наших особенных собаках. Может, кому-то повезет. Но все наши прекрасные детки, Филя, Шарик, Венечка, Любовь мамина, Милочка, которая пережила очень страшное в своей жизни, но при этом осталась удивительно милым, ласковым ребенком, Ярик, Клепочка, они все ждут нас. Нас с вами и вашей помощи. Если мы не сможем оплачивать передержки, то вопрос, для чего мы их спасали? Для того, чтобы... А у меня даже нет ответа на этот вопрос. Поэтому моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Помогите нам. Помогите нам оплатить передержку этих замечательных пушистых детей. Они бесконечно благодарны нам уже за то, что мы их спасли. Я очень надеюсь на вас, на ваше понимание. Многие полюбили этих собачуль, и я надеюсь, многие, у нас 5000 человек, каждые ваши 50-100 рублей пойдут на оплату наших замечательных пушистиков. Я, как всегда, говорю вам большое искреннее спасибо от всех нас, от собачек приюта, от наших инвалидов, от всех-всех-всех. Я искренне благодарю каждого. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что смотрите, переживаете, сопереживаете. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.